стартуем в городе Новосибирск, автомобиль Шкода Фабия. Ну, остальное все потом по трассе.
Так, стартуем в Новосибирске. Автомобиль Шкода Фабиа. Новосибирск провожает нас сухой, пыльной погодой. Пасмурно. Движение средней интенсивности. Тестирую навигатор Яндекс.Пробки. Пока впечатление положительное. Лучше, на мой взгляд, чем Navitel и Айго. При старте бак был почти сухой. Яндекс подсказал мне ближайшую заправочную станцию. Так оно и получилось. Хватило этих капель, которые были в бензобаке, доехать до заправки. Слава Богу. Ну и далее двигаюсь по подсказкам Яндекс.Пробки. Работает Яндекс.Пробки замечательно, пока есть интернет. Что будет дальше? Ну, будут комментарии уже ближе к тем местам, где нет интернета. Температура положительная. Не знаю, Садануна, может быть 2, может быть 4 градуса тепла. Если сравнить с обстановкой, которая была в Новосибирске, когда ехал из Иркутска в Москву, был кошмар просто на улице от грязи, от слякоти, то сейчас едем пыльному, но сухому Новосибирску. Это у меня немножко глючит радар-детектор. Движение в Новосибирске свободное по сравнению с другими днями. Сегодня, какой день сегодня, не знаю. Но движение более-менее свободное. Навигатор показывает, что движение свободное. Небольшое затруднение, или как, желтый цвет возле кругового движения. А так показывает, что пробок нет. На лобовом стекле вы видите трещины. Вот такой автомобиль принял.
президент Украины совершенно серьезно объявил себя президентом мира. Военные решения для оккупации Донбасса и Крыма не существует. Я являюсь президентом мира, сказал он местным журналистам. Между тем, на прошлой неделе американская газета New York Times написала, что для Порошенко коррупция на родине только повод для получения очередных траншей. Поэтому Вашингтону следует задуматься, стоит ли продолжать грести лопатой деньги в коррумпированные болота. Порошенко это не понравилось, и он раскритиковал журналистов. И последнее, на чемпионате мира по хоккею среди женских команд осталось играть два матча. В финале встретятся спортсменки США и Канады. Бронзу будут осваивать представительницы России. Так, навигатор показывает, что очень далеко нету пробок. В этом мы убеждаемся и на практике, в реальности. В автомобиле есть функция круиз-контроля. Выйдем за город, включу круиз-контроль. Дороги в Новосибирске начинают ремонтировать, сошел снег, сошел асфальт, появились проблемные участки. Тормозная система автомобиля немного барахлит, при торможении тащит влево. То есть не отрегулированы или должны притереться тормозные колодки. Поэтому будем немножко притирать колодки. Эфир 15 канала, где общаются дальнобойщики, может содержать ненормативную лексику. По этой причине отныне и впредь, имейте в виду, 15 канал может содержать нормативную лексику, по этой причине отключите или у вас есть звук. Аудитория в эфире постоянно меняется, и предупреждать всех просто бессмысленно. Яндекс пробки предупреждает о железнодорожном переезде. Это очень хорошо. Ну, посмотрим, как будет себя вести на трассе. Но пока, на мой взгляд, Яндекс пробки, навигатор лучше, нежели Navitel и iGo. Заодно проверим карты яндексовские. Немножко барахлит разъем
Нелтроника. Поэтому он сам включается и отключается. Где-то стоит камера видео или фотофиксации. Ограничение скорости 60-70. Двигаемся в этом диапазоне. Так, покинули мы Новосибирск, двигаемся в сторону Омска. Привал пока не планирую, неблагодарное дело. Так, бензин. Сегодня 4 апреля, бензин должен был подорожать с 1 апреля. Но вот в Новосибирске пока этого не наблюдаю. Пока бензин по старой цене. По крайней мере, так мне кажется. Постоянно пищит радар-детектор. Дорога под контролем, под наблюдением. Чем чаще пипикает, чем меньше паузы, тем ближе сам прибор. И наоборот, паузы замедляются, значит, камеру проехали. Как я уже говорил, в Новосибирске достаточно много праворульных автомобилей.
об автомобиле Шкода Фабия. Коробка передач механическая, пятиступенчатая. Проверил давление в шинах на заправке. Подкачал немного. 2,1 атмосферы. Было 1,7. В одном колесе 1,9. Выровнял немножко давление. Интернет установлен на планшете Теле-2. Это, говорю, первый месяц. Посмотрим, как эта система работает и как она себя оправдает. Дороги в Новосибирске начинают ремонтировать, сошел снег, сошел асфальт, появились проблемные участки. Тормозная система автомобиля немного барахлит, при торможении тащит влево. То есть не отрегулированы или должны притереться тормозные колодки. Поэтому будем немножко притирать колодки. Эфир 15 канала, где общаются дальнобойщики, может содержать ненормативную лексику. По этой причине отныне и впредь. Имейте в виду, 15 канал может содержать нормативную лексику. По этой причине отключите или у вас есть звук. Аудитория в эфире постоянно меняется, и предупреждать всех просто бессмысленно. Яндекс пробки предупреждает о железнодорожном переезде. Это очень хорошо. Ну, посмотрим, как будет себя вести на трассе. Но пока, на мой взгляд, Яндекс пробки, навигатор лучше, нежели Navitel и iGo. Заодно проверим карты яндексовские.
немножко барахлит разъем нейтроника, поэтому он сам включается и отключается. Где-то стоит камера видео или фотофиксации. Ограничение скорости 60-70. Двигаемся в этом диапазоне. Так, покинули мы Новосибирск, двигаемся в сторону Омска. Привал пока не планирую, неблагодарное дело. Так, бензин. Сегодня 4 апреля, бензин должен был подорожать с 1 апреля. Но вот в Новосибирске пока этого не наблюдаю. Пока бензин по старой цене. По крайней мере, так мне кажется. Постоянно пищит радар-детектор. Дорога под контролем, под наблюдением. Чем чаще пипикает, чем меньше паузы, тем ближе сам прибор. И наоборот, паузы замедляются, значит, камеру проехали. Как я уже говорил, в Новосибирске достаточно много праворульных автомобилей.
об автомобиле Skoda Fabia. Коробка передач механическая, пятиступенчатая. Проверил давление в шинах на заправке. Подкачал немного. 2,1 атмосферы. Было 1,7. В одном колесе 1,9. Выровнял немножко давление. Так, интернет установлен на планшете Теле2. Это, говорю, первый месяц. Посмотрим, как эта система работает и как она себя оправдает. Дорогу. Сразу за Новосибирском мотеле, например, у Петровича. Я останавливался здесь. Нормальный мотель, кухня хорошая, бесплатная стоянка, ночная для маленьких машин. То есть мотелей достаточно при выезде из Новосибирска в сторону Омска. Для, ну, не, опять-таки, даже не разумея, подсказать.
Давайте начнем.
место, наверное, найти не может. Кружит уже, блядь, хер знает сколько.
Я рацию отремонтировал, блядь, у меня должна нормально говорить. Ну, ты сказал, что отремонтируешь, позвонишь там или что, а тебя что-то ни слуху, ни духу. Пришлось догонять тебя уже, хули. Я и в душ, я и постирался, блядь, я и это отдыхал, блядь. Нахера ты спать, блядь, гонщик, блядь. Пол восьмого встал и поехал. И так же успел бы все сделать, как ты спать стал, блядь. Но я тебе просто ничего не стал делать, и всего лишь. А что бы ты успел? Я приехал, он с 10 работает. Я пошел в душ сходил, постирался, блядь. Потом у них, там народу было. Я часа два, наверное, с половиной простоял, знаешь, на двух медведях. Пока рацию, оказывается, в рации там это, распаивали, там, ну, как будто не так перепаяли. Солярочку продам на горизонте, ребят, кому надо.
Мы закрыли, говорит, город наш. Да, у меня там две вылазки. Как же туда попадать-то? Уже знаю. Сами вот едем так же, да, как и дела. Все, пройди тебе продукты, ты, тебе не страшно. Ну да, если я туда не попаду, у меня курица нахуй сдохнет. Она и так у тебя дохла. Не, ну у меня-то 5 суток же дали нахуй, пока не испортилось. Ну да, ну продукты не должны не пускать, уже они рэп-то обычно пускают. Все не так будут делать, они сами нахуй по миру пойдут, нахуй подохнут нахуй. Ну да, ну попробуем все равно прорваться.
ребята, 151 километр от Новосибирска машинка стоит. Здесь я ночевал при перегоне Иркутск-Москва. Водка, вино, коньяк, виски, текила, чай, шарики, капсулы, флешки, диски, зарядки, ножи, фонарики, шокеры. Самая домашняя копченая. Не здесь. Не здесь, чуть дальше.